Всем привет, это канал Alex Games, и мы продолжаем прохождение The Last of Us. И сейчас мы играем за Элли, которая пытается съебать от бандюганов, чтобы спасти Джоэла, который лежит где-то там, блядь, и помирает, бедный. Ну. А идти нам надо вот сюда. Тут явно кто-то еще есть. Хоть никого и не слышно. Хотя странно, что никого нету. Куда все делись? Блин, поудобнее сесть. О, пойдет. А, сука. Чего не пойму, где ты, блин? Как ты, блядь, увидел меня? Слышь, мудила. Сбоку! Сейчас, блядь, упадёшь. Не тут-то было, да? Тут-то мы и обосрались, ну. Куда-то еще один пропал, по-моему. Че, все хорошо? В каком-то, блядь, варенье лежит. Геометрически ровно кровь разлилась. Не, ну я доволен, конечно, как я их раскидал. Прям, ну, ништяк. Прям охеренно. Ни одного лишнего патрона мы не тратим. Мы, блядь, все экономим. Мы просто профессионалы с вами. Забери. Молодец. И ничего не пропускаем. Не пропускаем. Это самое главное. Кстати говоря. Почему-то, блядь, я не могу увидеть их своим зрением, не пойму ничего. То ли оно не прокачано у меня так, то ли чё. Ага, тропа. Тут я смогу выбраться. Понятно дело, что сможешь. Всё, Элли. Только не упасть в воду. Не упасть. Не упадешь, я тебя держу, блядь. Хоп. Есть. Ла-лай-ла. Хоп. Ла-лай-ла-ла-ла-ла. Так, где комикс? Негентропия, блин, это пиздец. Да. А, не-не-не, нам сначала сюда. Вот так. Вот так, да. Черт. Вообще улетно. Черт. Мне в другую сторону. Джон, да не может. Держись. Так. Вот почему я не вижу, ничего не могу понять, блядь.
Или у него нет этих способностей? Да. Так, секунду, блядь, что-то не пойму. Управление. Да хуй знает, ладно. Итак, пройдем. Разделиться! Говнюк. Кто там еще раз? Последний нет. Где еще? А, вон он. Господи! Говнюк! Подонок! Вроде все. Бля. А, нет, ништяк. Еще одна. Стрелы надо экономить. Стрелы вообще огонь просто помогают сильно. Как отсюда выбраться? Так. Давай через низ пойдем. Угу, молодец. Я не хочу здесь застрять. Да все будет нормально, что ты ноешь, блядь. Давай сюда пистолет. Где же выход? Сейчас все найдем, Элли. Не беспокойся. Все, что тебе надо, это слушаться моих команд. Так, все сделано. На этой стороне домика. Что, блядь? Ёбаный рот. В смысле, вы что, охерели? Да. Нихера. Я что-то не ожидал, прям если честно. Пизду вас, ребята. Я вас, сука, всех положу сейчас. Говно, вообще не говори. Кто еще, блядь? Кто еще нахуй? Щеглы. Все. Желающих больше нет пизды получить. Ушли паны, блядь. Неудачники, вообще с девкой справиться не могут. Ну, конечно, блядь, ты извращенец тут еще. Тихо! О тебе забочусь!
Охуенная забота. Вот так. Вот так. Вот как она заботится о девочках. А вы думали, блядь, как, ну? Только так. Прям перед обедом проснулась. А? Это на завтрак. Пиздец, плюнул, что антисанитарию создал. Че без масок, блин? Как самочувствие? Супер. Настроение нормально. Вот. Та-та-та-та-та-та-та. Поешь. Ты голодная? Давно тут лежишь? Могу, блядь, одеяльца подстелить. А ленина? Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово. Это олень. Ты просто животное. Ты легко судишь других. Как будто вы с другом никогда не убивали. Никогда в жизни. А что нам оставалось? Ну, ты дура, я сказал, никогда в жизни. Ты что, блядь? Скажи. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Какие любые? Ёбнулся, что ли? Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Либо не, только пальцы отрубим. Как тебя зовут? И зубы выбьем, чтобы кусаться не смогла. Врёшь, как дышишь. Напротив. Я с тобой откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. В чем? Убедить в чем? Что ты нормальная. Храбрая. Верная. Особенная. Особенная, блядь, педофил ебаный. О. Ясно. Черт. Глупая девчонка. Ну вот, взяла бы ты ключи, и чё? Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Надо было пернуть его чем-нибудь. Что теперь сказать остальным? Элли. Что? Скажи им. Девочка Элли сломала твой сраный палец. Сраный урод. Как ты говоришь? А? На кусочки. До завтра, Элли. Элли. Чего все доебались, да, Элли? Тот Элли, этот Элли. Да вставай, не притворяйся, блядь, отлежался достаточно уже. Всю зиму, блядь, пролежал. Конечно, летом любой дурак ходить может, и осенью. А зимой девку одну оставил, негодяй. Дай сюда, блядь, мои патроны и все, что... Не понял. О. Сейчас мы... Да ебаный стыд. Чё, всё? Всё, что было, блядь? Так, ладно. Перезаряжать нечего, понятно. Давай начнём с лука. Ух.
Джоэл, 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 где ж ты был? Или там убить хотят, а ты, блядь, где-то лазишь, ну. Элли! Хмелисон, Элли! Куда она убежала? Мудак. Бля, меня спалили уже или нет? Что-то там мечется, блядь. Я знаю, что я никого не убиваю пока. Хотя бы упасть по всем, ну. Сядь, блядь, ты что, дурак? Быстрей! Или иначе ты мне скажешь! Живо, говорит, а то пристрелит. Я этим и занимаюсь. Чё, не было никого? Я ж убью, блядь. А, вот он. Суки, где патроны? Давай с этого постреляем. Так, топор у меня есть. Тут что у нас? Ничего. Ну, вообще ничего. Вообще ничего, я говорю. Ни башки, ни мозгов. Че, все что ли? Ёба, народ. Мог бы и подольше пожить. Да ёб твою мать, вы заебали. Что, тряпки, блядь, вообще у нас поху. Везде валяются. Так, 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 подожди. Попался, брат. Сейчас же попался, его! Который кусает. Пиздам, ребятишки. Пойдешь со мной. Сейчас дядя Джоэл вас будет пытать. Как я, блядь, его урою? Что, что, дурак, что ли? Такой самоуверенный. Да и правда, блядь, за что? А за что? Мы же ничего не сделали. Девочка, она жива? Девочка, какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. Он скажет. Я не вру. Не вру. А я ты ему охренел? Вижу. Он все тебе сказал. Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Доброе утро. Никаких, блядь, заложников. Пусти! Ну, хватит! Прекрати!
Я говорил... Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну, ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Разводка. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Хуяка, вот она была разводка, блин. Вот тебя развели посмертно. Давай, Элли, не блядь. Не ссы. Опа, молодец. Беги им нахуй. Что за фигня тут творится? Элли, ну куда же ты? В смысле, блядь, куда? Ты что, ебанулся? Пушка и всякая хуйня еще. Просто пушки мало. О! Вот, я стал их видеть теперь. Так, собери всех, кто без оружия, и уведи под... девчонку, и убьем ее. Твою мать! Мы же должны были войти. По-моему. Эта малявка убила наших, да еще и заражена. Заражена, да. Убила не только ваших, она, блядь, всех убьет. Что это было сейчас? Поищу там. Ты о. Проверь вон там. Сейчас проверю, блядь. Не, ну жесть, жесть, она вообще прям рубит всех. Еще один, да вы чё, блядь, нарывайтесь сами, дурачки. Я поищу здесь, проверь внизу. Ты с кем разговариваешь? Я же там мразь. А, быстрее. Да, ребята, повезло. Я вам не по зубам. Аккуратненько так прошли, хорошо.
Так, пока внизу. Давай, давай, быстрей, проходи. Что тебе, блядь, ждать буду долго? Кто орал? Кто орал? Ебучий случай, там сколько их побежало. Там есть, блять, пусто, сука, один ящик и то ничего нету. И чё это, вы чё, зависли что ли, блять? Что-то товарищ подвис там, походу. Куда идти? Точно, блядь. Стоит, не двигается, дурак, что ли? Замерз, наверное? Ну, будем считать это удачей. Вот дурачок. Где они? Да ты чё, блядь, ебанись? Беги, блядь! Пиздец. Где, где вход? Я не знаю, что это было, но, короче, они что это. Были какие-то, блядь, гиперпассивные. Еще нужна аптечка, еще одна. И она есть, я помню точно. Хотя, блядь. Где? Вот она. Сейчас будет чисто такой тихий бой. Бай-бай-бай. Ну и ладно. Не убежишь. Ключи-то. Убегу. Вот они, у меня. Ты не заражена. Видал? Молодец. Да-да. Будет хорошо. Ёбаный рот, ты что, издеваешься? Быстро. Я обещаю.
Пошел ты в жопу, блядь, урод. Ну что, ты охерел? Да ты чё, блядь, козлина? В смысле, нахуй? Должно быть все по-другому, короче. Ты всегда меня. Жаль, что ты такая упрямая. Ебучь, сволочь, ты чё? Не, ну ладно. Все, потихонечку будем. Хер с тобой. Ты всегда меня удивляешь. Попалась ей. Да ты чё, блядь? Прям с первого раза вот. Вот так вот прям. Ты всегда меня. А вот ты где. Да ты чё, как ты, блядь, сзади ты оказался, мудила? Ничего не могу понять, в смысле, блядь. Третий раз уже его не могу въебать. Ты всегда меня... Забейся от меня нахуй. Все шалел, что ли? Я и говорю, что странно, беги, ну как зайчик, так? Беги. Попалась. Ну где же она попалась? Ты дурак? Ну что, может, ты встанешь? А что, блядь, что за тебя должен делать? Уходи оттуда, там стекла. Я пизда. Да как, блядь, ты чё? Почему у меня полные жизни были? Ну ты, блядь, и мудак. Я не пойму. Это вот первый раз, когда он, блядь, меня убил несколько раз аж нахуй. Обычно, блядь, отлетал вообще с первых попыток. Все, давай, Джоэл. Так, что у нас есть? Так, раз, два. Продолжайте искать. Если она здесь появится, мы должны ее захватить. Раз.
садись! Два? Сука. Давай, найди меня, блядь. Нашли? Нашли? Нет. Ищите лучше. Очень радуюсь, что стрелы все целые. Ебать, ты тупой. А кто орал-то? Лови. Мудаки. Ты попался, а ты труп гадёныш. И чё, блядь? Где я нахуй попался? Ще, бля, утырки. Ну они слеповатые чуть-чуть, конечно, в снегу. Вот эти вот, блядь, дымовые бомбы, нахуй, мне они нахуй не нужны, улучшения их. Лучше бы что-нибудь другое улучшили. Сокол я. Не, ничего, вообще нормально. Минус раз. Есть стрела? Есть. Не теряем. Блять, все стрелы сохранили, еще и плюс одну получается больше. Вот он, бери, бери. Эллен, да, Эллен. Элли, откуда? Откуда он это взялся, тут рюкзак, я не пойму. Блять, где вход? А? Ой, не смотри, не смотри, блядь. Ладно, посмотрим. Должен ее найти. Должен ее найти. Да найдем. Джоэл, не ссы. Вот пизда, мать. Бегим. Все, проснулись. Вот так должна просыпаться она. Все-таки дым везде. Большой вопрос, конечно, как, блядь, тот вообще еще встал, нахуй? У него, блядь, три раны, нахуй, колотых, там пиздец просто. Еще и подошел кто-то тихо к ней. Знал, что ты бойкой. Десантник хуй. Это не стыдно? Да, ты сдавайся, раз не стыдно. То есть нет. Не в твоем стиле, да?
в нашем стиле. Мы споем куплеты. Давай, умоляй. Ну а вы нас поддержите. Пошел ты. Умоляю, пошел. Самая умная, а? Думаешь, ты меня раскусил? Да, я самая умная. 2+2=4. Что я способен? Все, блядь. Могешь так посчитать? Пизда. Молодец, давай его кромсай. Стой! На дорогу мясо собрать надо. Тише, это я. Смотри. Это я. Дядя Джоэл вернулся. Он хотел. Солнышко. Ничего. Джоэл. Ничего. Все заебись будет, Элли. Все нормально. Могла бы тесак забрать, хорошая вещь. Или Джоэлу бы отдала. Че, блять, расточительные такие все, ну. А весна, по-моему. Ну да, весна, по-любому. Че смотришь-то? А? Это наскальные рисунки. Элли! Че, глухая, нахуй? Ты слышишь? Нет. А что? Смотри. Больница. Конечная остановка. Пойдем, детка. Детка. Чувствуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами. Научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ты что, уснула? Чего? А, да, с удовольствием. Ты уверена, блядь, что с удовольствием? Ты вообще слышала, как я играю? У тебя кровь из ушей пойдет, дурочка. Ну вот. Я вчера летала во сне. Правда? Да. Давай, рассказывай. Что, куда летала-то? Я была в самолете полном народа. А там он на Гуа направлялся. И все орали, как бешеные, потому что самолет начал падать. Я пошла в кабину, открыла дверь, а пилота не было. Я скорее схватилась за штурвал, но я же не умею управлять самолетом. Пилота не было. Перед тем, как упасть, я проснулась. А всегда так, я в курсе? Я ведь сроду не летала. Странно, да? Странно, что, блядь, не в курсе, что сдохнуть во сне нельзя. Наверное, конечно, можно, но я такого не знаю. И поверять не хочется. Блядь, не помню, что-то было, нет? Вроде ничего нету. Ну ты подумай, куда не придешь, карантинные зоны заброшены. Да пиздец. О! Отвар трав. А чё? Вот больница, о которой говорилось в записи. Да, блядь, сами знаем, ёбаный шпиц. Не первый раз играем, что не знаем, не больницы, думаешь? Все время, блядь, одной дорогой ходим. Ну. Чё там у нас есть? А ничего там и нету-то. Может, тут срежем? Так, это неплохо, бадики, это хорошо. Бадики-бодики.
Можно по лестнице. Ну чё села, блядь, ну ты чё? Ты чего скисла? Нет, все хорошо. Все нормально, мы просто не расстанемся. Я, ты блядь, как сегодня притихла. Тебя начнут резать, короче. Прости. Нет, я же... Я буду, я просто вижу. Но я тебя заберу, убью врачей, нахуй, съебемся. Я тебе говорю точно. Ну вот. Элли. Ели. Элли. Что? Элли, ты чё, блядь, тупая? Ну? Лестница, давай. Ага. Не тормози, Элли. На операцию опаздываешь. Ну чё ты, блядь, тупишь? А, это я туплю. Ну ладно. Та-та. Yeah. Сейчас. Господи. Эй, ты куда? Ну ты дрянь. Элли. Элли. Чё ты, блядь, положил? Ты чё, мудила? Вот ты, блядь, криво руки, ну. Ставь лестницу. Смотри, скорее! Ну, конечно, блядь, скорее. Что? Ты, сука, бросила меня, ну. Ну, чё там, жирафы, наверное, да? Это ну, что? Я так думаю. Я, блядь, просто первое, что пришло в голову. Глазам не верю. Такая же хуйня, не верю глазам. Точно жирафы выглядите, а? Идем, скорее! Это дар провидения все. Блять, ладно, давай погладим. Хой с тобой. Не спугни. Ладно, ладно. Ты чего? Все хорошо. Иди сюда, иди. Мне кажется, он вот ручной. Ну подойди. Давай. Привет. Просто офигенно. Ну, блять, ну нормально. Не офигенно, нормально. Ну, не спеши так. Я хочу перепрыгнуть. Блять, мудак. Че, впадло было перепрыгнуть, да, Джоэл? Ты же, сука, устал, наверное, да? Зимой-то валяться, нахуй, заебись. Я болею, у меня, блядь, проколот бок. Надо же. Проколот. Ух ты. Принесите кто-нибудь антибиотиков, блядь. Пиздим? И как? Это то, чего ты ожидала? Да это вообще лучше, ты чё, Джоэл? Ну, есть плюсы и минусы, но... А чё за минусы? Жирафы слишком высокие? По крайней мере, тут красиво. Всё, давай, собралась нахуй. Все, готово. Сопляжуй, соберись. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и... просто забьем на эту хрень. После того, что было. Было, того, было, было. И прошло. О-о-о. Я не могу. Было, 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 было. И прошло. О-о-о.
Без гитары не получается петь, я же гитарист. Я уже говорил об этом, по-моему. Потом научу ее играть. Наверное, хуй знает. Научу или нет вообще. Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим? Я же говорю, блядь, куда некуда? К Томми пойдем. К Томми. Ладно. Где того не ну, Дамби или где того не ну? Так что хватит уже. Элли понравится. Под ногами, блядь, не мешайся, слышишь? Фу. А вышли на большую землю. Ладно. Не, подожди, какой ладно. А, не, нельзя залезть. Я думал, можно. Ладно, на этом мы сегодня закончим. Всем спасибо за внимание. Всем до встречи, всем пока.